Саратовские таксисты вышли на акцию протеста. Около 100 автомобилей сегодня собрались на автостоянке аэропорта «Центральный». Как сообщил журналисту телеканала «Саратов-24» один из организаторов акции Максим Татаров, водители хотят, чтобы вернули оплату поездок по счетчику. При этом таксисты уверяют, что на пассажирах это не отразится. Люди собираются бастовать до тех пор, пока крупные операторы такси не услышат их требований. Также в этом списке установка тревожной кнопки в салонах. Организаторы акции считают, что с ее помощью смогут обезопасить себя от нападения неадекватных пассажиров. Саратовская область получила 500 миллионов рублей на ремонт тротуаров. Об этом сообщается на странице в социальной сети председателя Госдумы Вячеслава Володина. Эти средства пойдут на первый этап программы по ремонту и строительству пешеходных дорог в Саратове. Всего же программа рассчитана на 3 года. Сейчас городская администрация разрабатывает сайт со списком адресов, где ремонт необходим в первую очередь. Он заработает в ближайшее время. Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин инициировал этот проект в прошлом году. В Саратове вновь побиты несколько температурных рекордов. Об этом рассказал главный метеоролог региона. По словам Михаила Болтухина, погодная аномалия наблюдается в течение последних нескольких дней. Температура превышена по областному центру еще с прошлой недели. В конце февраля воздух прогрелся до 8 градусов, а в начале марта зафиксировали 6,7 градусов выше нуля. Так тепло, по словам специалистов, было 108 лет назад. Аномально теплая для этого периода времени погода сохранится до конца недели.